Друзья, у нас сегодня большое экспериментальное интервью. Мы сегодня будем обсуждать с вами косяки застройщиков, а точнее, как застройщики нарушают действующее законодательство. В этом интервью поможет нам Роман Минасян. Он на основе опыта, а не на основе каких-то бумажек, сможет вам ответить на вопросы, где действительно застройщики нарушают права дольщиков, а где не нарушают. Вообще, мне кажется, дольщик — очень плохое ругательное слово, нужно называть права покупателей. Мы разберем сегодня самолет, ФСК и А101. Так что присоединяйтесь и ставьте лайк. Нужно ли читать ДДУ? До конца, до последних пунктов. Что ты находил, еще что-нибудь такое, как сказать, запредельное, что противоречит закону, и по факту тысячи дольщиков это подписывают и не знают? Ну, смотри, самое простое, подсудность споров определена. То есть вот в случае с ФСК, по всем объектам, неважно, где юрадрес застройщика, это Мещанский районный суд города Москвы. Это незаконно? Это... незаконно в части закона о защите прав потребителей, где у нас дольщик является потребителем, и относительно этого дольщик может обращаться в суд по месту своего жительства, по месту нахождения юридического адреса застройщика, по месту нахождения объекта долевого строительства. То есть у нас есть три суда на выбор. Но здесь принудительно сделали пункт в договоре, где они хотят судиться только в Мещанском суде города Москвы. Казалось бы, зачем вам это? Да? Ну. Для упрощения своей жизни, потому что, видимо, мне кажется, ФСК, значит, знали, ну или догадывались, что будут возможные проблемы с расторжением. Просто, как бы, для тех, кто не в теме, у нас есть прям отдельное видео подробное, да, про то, что случилось с ФСК. Как вы уже могли догадаться, в рамках нашего выпуска мы будем ориентироваться на программу рассрочки «Купи сейчас, плати потом» от девелопера ГК ФСК. Просто интересно вот твое юридическое мнение, что сейчас, видео у нас тогда вышло, это в феврале, прошло полгода. То есть, если коротко, то получается, огромное количество людей купили квартиры в рассрочке. Эти квартиры стали дешевле, и на вторичном рынке они явно дешевле, чем их покупали. То есть, грубо там, люди покупали по 22 миллиона однушки 35 метров, да? Да. Это даже не евроформат, блин, это студия, короче, а не квартира. И с надеждой, что их продадут по 25 миллионов. Это не случилось. Люди пошли, соответственно, расторгать контракт. В контракте был штраф 10%. Они говорят, ну окей, давайте, там кто-то говорит, мы готовы заплатить 10%. А ФСК говорят, а там написан обоюдное должно быть согласие. Следовательно, ФСК не готов, да, и расторгает. И, как ты говоришь, такая же история случилась с дольщиками и самолета, и А101. А самолет сразу поправлю. Они вообще ничего не говорят. Им пишешь письма, ничего не происходит. Подали первый иск в суд. Они в суд не явились. Суд договор расторг. Человек забрал свои деньги, а самолет вообще никак не отреагировал. То есть самолет, как бы, окей, говорит, у нас это прописано, но если будет суд, мы расторгнем и делайте, что хотите. У нас, типа, много квартир, нам не до вас. Ну да, деньги возвращали уже по решению суда. То есть в Рехпалату сдали решение суда, деньги вернули, с банком рассчитали, свое забрали, никаких штрафных санкций нет. Но это как бы не исключает их право подать в суд, они же привлекали клиента, привлечение клиента стоит каких-то денег. Да. Вот пока, ну, ничего не было в этой части, посмотрим, опомнятся они, не опомнятся или нет. А если вот так развернуто давать ответ, давай с ФСК начнем. Давай, с наших Сидней Сити, да, ты был... триггером, выпустив этот ролик, да, с этого все пошла медийная огласка. То есть, думаешь, что-то повлиял ролик? А, ролик повлиял, потому что он у меня во всех группах в закрепе стоит, у меня несколько групп только по разным объектам ФСК, вот. Это же стало триггером, в том числе и когда «Россия-1» подъезжала, вот, да, мы снимали, они снимали тогда выпуск. Выпуск. Но дальше он не пошел. Что получилось? Ну, так, я коротко. Я в этот процесс влез случайно, по одной, знакомые попросили, по одной из дольщиц, которая вот в эту историю попала. Я пришел на первый суд, увидел поведение застройщиков, увидел поведение суда, что, ну, на самом деле, безразлично. Я не могу сказать, там, сговор-то вряд ли какой-то есть, ну, безразличие полное. Что случилось? Примерно 170 исков ФСК подал по объекту Сидней Сити в течение нескольких месяцев, начиная с января. И вот по где-то май активных исков подано 170 штук. ФСК подал против дольщиков. Против дольщиков, да. То есть условно, они сами начали судебное дело. То есть, условно, не дольщики пошли, а они пошли взыскивать именно не, взыскивать недоплату. В чем, там космические цифры, типа там по миллионам 20. Просто космические. 170 дел, да. Самое страшное, что вместе с иском было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер.
Арест, люди, да, арестов на счета, имущество, транспорт. В одночасье, вот где подсуетились юристы ФСК, в одночасье просто у людей, они даже о судебных процессах не знали, они узнали, что пристав наложил арест. Тут же все эти Тинькова, Сбербанки, все заблокировано. А у людей там некоторые ИПшники, частный бизнес. ИПшники, да. На счета ИП это чуть пришло попозже, по мере поиска. Но все равно. По мере поиска. И люди в одночасье вот оказались, ну, грубо, без средств к существованию. То есть, ты тебе там на общественном транспорте нечем заплатить, да, продуктов купить. И не, да, то есть их лишили полностью финансовой самостоятельности. Нет, выехать могут. Поначалу были такие аресты, где они перепутали там приставы. В общем, они как будто взыскивать сразу начали. Мы это опротестовали, и сейчас вот это все убрали. То есть все могут выехать. Здесь именно имущественные права. Счета, недвижимость, транспорт. Вот это наложено. Пока не вступит решение суда в законную силу. Один лишь арест мне удалось отменить через суд. Вот, прям судья разобрал, сказал, ну а как вы лишаете финансовой самостоятельности дочек? Сейчас он как должен взять деньги, откуда? Ему даже ипотеку никто не даст. Это, да, это реально. То есть, видим аресты, и банки отказывают. Вот. Конечно. Сегодня мне удалось там уже добить до конца вопрос. ФСК сам побежали, они лист исполнительный отозвали. Будет снят арест там в течение 2-3 дней, и мы сможем обратиться к брокеру за кредитом. Чтобы... За ипотекой. Да, но это клиент, который реально покупал квартиру себе. Для себя. Для себя, и просто вот так получилось. Она не смогла сразу расплатиться в силу финансовых своих там неудач каких-то. Был отказ по кредиту. Да, она сказала, давайте расторгнемся. Ну, на нее подали в суд, как обычно. Да. Здесь в чем они не правы, скажем так, ФСК как юристы. Да. У нас есть взаимоотношения следующие. Дольщик, владелец счета эскроу. Да. Счет эскроу раскрывается только тогда, когда ФСК выполнила свою часть сделки, то есть ввела дом в эксплуатацию. Но. До этого момента деньги принадлежат... Но не передала ключи. Да, но это тоже важно. Да. Сейчас я объясню, почему. У нас в момент раскрытия счета эскроу деньги с счета эскроу гражданина попадают на счет застройщика. Да. Вот я считаю, только тогда возникает долг. Да. Вот только тогда возникает долг. Да, мы дом построили, а вы свои обязательства не исполнили. Вот только тогда нужно подавать в суд. Они подали за полгода до ввода в эксплуатацию. Ну, как было прописано в ДДУ. Да, то есть, как было прописано в ДДУ. Лет, там, условно, март или май. Май что-то такое было, получается, 23-го. Нет, должен был быть до 30 марта по первой ПДшке. Они требовали уже в октябре-ноябре 22-го года, за полгода до ввода в эксплуатацию и за год практически до получения ключей. Да, да. То есть, по сути, вот, допустим, сейчас даже по третьему корпусу в суде, в котором я был, меня судьи спрашивали, а кому бы объяснить ситуацию. Я объяснил ситуацию. В общем, по сути, у нас пока счет принадлежит дольщику, он кредитором является для ФСК. И только в момент исполнения своих обязательств они имеют права свои предъявлять к нему претензии. Доплати-ка, друг. У них есть другой путь, которым они не пользуются. Два месяца не заплатил, расторгаем с тобой ДДУ. Письмо, автоматически. Да, письмо пишем, расторгаем ДДУ. Человек забирает свои деньги с эскроу, а дальше они уже к нему могут предъявлять штрафы свои обоснованные, то есть показать свои затраты. Да, мы привлекли тебя, вот комиссия брокера. А это до 10%. Давай зрителям объясню. То есть, например, квартира 20 миллионов, внес 4 миллиона, перестал платить по рассрочке, застройщик автоматически расторгает с тобой штраф, соответственно, тебе приходят автоматом деньги с эскроу, тебе приходят на счет 4 миллиона, и застройщик должен на тебя подать в суд за... 2 миллиона. Ну, условно, за потенциальные потери, да? До 10%. То есть он говорит, я хочу 2 миллиона, вы идете в суд и договариваетесь, не знаю, на 1,5, например, миллиона, и уже дольщик платит 1,5 миллиона, застройщику штраф, а по факту они пошли наоборот и стали арестовывать за долг квартиры, которые не построили. Да, абсолютно верно. Вот сейчас так получается. То есть они передали, вот насколько мне сейчас известно, по группам в Сидней-Сити, ну, не более десятка квартир без ремонта вообще, даже не вайтбоксы. Очень здорово попасть как-нибудь в них, надо попробовать. Слушай, я пытался, там, и девочке одно написал, но они там были доверенность на приемщиков, доверенность там на каких-то еще людей, и не получилось. И у меня не получилось, и у них не получилось. Но они хотят попробую принимать. Да? Да, у нас есть возможность, короче, попасть. Было бы круто. Можно меня загримировать и тоже с вами. Скажем, что приемщик или, не знаю, наш... Ассистент.
Ну, на какой-то, не знаю. Ну, на Сидней, пускай пустят. Ну, на какой-нибудь даже хотя бы пустят. Ну, самый горячий сейчас Сидней. У всех проблем. Кто там говорил, что ты хорошо построен? Ну-ка, отклонение 1.5 сантиметра. Тут пусто, тут поцарапано. Тут плитка выше. Ниже. То есть Сидней и тот же этот архитектор на Калужской, да. У них самый же вот этот момент, вот, как сказать, магии, да, застройщик. Ты приходишь в офис продаж, покупаешь квартиру для личного проживания, тебе говорят, у нас вот в эксплуатацию 4-й квартал 2023 года. Что слышит в своей голове покупатель, ну про что как в нашем видео, он слышит, о, то есть получается в ноябре, где-нибудь в октябре-ноябре, перед Новым годом я получу ключи от своей заветной квартиры, за которую 1 000 000 000 рублей плачу ипотеки в месяц. Но застройщик, это вот в эксплуатацию, в договоре написано еще срок следующей ключей, дата. Полгода, а некоторые год пишут. Ну вот смотри, как конкретно у ФСК да. изначально стояло. Срок ввода в эксплуатацию в договоре отсутствует как факт. Вообще. Он только есть в проектной декларации, то есть ты можешь там осмотреть. Но, по крайней мере, на всех рекламных таблоидах мы видим срок ввода в эксплуатацию 1-й квартал 2023 года. В договоре до 31 августа 2023 года написано. То есть как раз у них было полгода, да, по Сидней Сити. А вот, получается, был начало 23-го. Первый квартал. Март, первый квартал. А деньги просили еще в 22-м. Деньги просили в 22-м, да, все хитро. И самое интересное, вот суть вся вот этой, да, у нас правительство условно там выбивает уменьшение, да, бремени, маленькую ипотеку льготную, все-все. Да. Что из этого получилось? А получилось что? Что некоторые из-за этой льготной ипотеки просто взвинтили цены, потому что квартиры начали хватать. А ФСК вообще с собой банк подменил. Они тебе мнимую дали рассрочку. То есть, опять же, вспоминаем, что счет эскроу им не принадлежит. Эти деньги никак не принадлежат, они ими не пользуются. Какую они тебе рассрочку дают? Просто в договоре строчку написали. Второй платеж тогда-то. Да. А на самом деле ничего. То есть, ты их деньгами-то не пользуешься, они ими твоими деньгами не пользуются. Но 7% сверху они туда нарисовали. Помимо того, что сразу увеличили цену квартиры. Помнишь, я тебе пересылал вот эти вот отчеты по ЖК, по Сиднею, и то, что вокруг было. Сравнение, да. Вот. Она сразу была дороже, и там скачкообразно росла цена в 2021 году, там, если брать с марта по июль, там и далее, там вообще прям вот выше всех других соседей. Мы же сравнивали с Береговым 2, который прям через речку, который якобы там премиум, и там было 3 или 4 квартиры продано за все время, потому что там не было чудо-рассрочки, но ценник Береговой и Сидней Сити был одинаковый. Вот. И смотрим дальше. Есть в этом отчете графа доли продаж с ипотекой. И у Сиднея меньше, чем ниже, чем у всех соседей эта доля. Соответственно, они давали вот эту свою мнимую рассрочку. Они собой заменили банк. Ну, мнимая рассрочка, потому что нормальная рассрочка, это когда застройщик либо дает до получения ключей вообще тебе рассрочку, либо в целом она хотя бы на года 4. Ну, либо есть... даже после получения ключей. Да, то есть условно. Ты там, живешь, да. пользуешься и платишь, да, действительно пользуешься как будто бы кредитом. И тогда есть смысл, что тебе квартира стоит не 20 миллионов, а, например, там 22. То есть они там 10% добавляют. 10% это 2 миллиона рублей, это довольно большие деньги. Люди, знаете, там, ну что 20, что 22 миллиона квартиры, все рядом, да. Вот, то есть получается всем как бы взяли 7% за год, 7 годовых в тот момент, когда в 2021 году льготная ипотека была, выдавала со ставкой там 5,5. То есть льготная ипотека была дешевле, чем рассрочка. Да. Сейчас вот я реально считал, смотрел. То есть получается, да, если брать ипотеку в принципе, в совокупности своей там на 30 лет, естественно, за ипотеку ты переплатишь. Но если мы берем тот же срок, ну, в банке-то намного прикольнее было бы взять деньги. И правильно понимаю, что те, которые взяли ипотеку, даже на супер эти дорогие квартиры Сидней Сити, то у них в целом все нормально. Ну, то есть у тебя нет таких дольщиков, которые пришли с требованием расторжения. Таких нет. Да, взяли ипотеку, и они брали для себя спокойно. А платят. Те, кто пошли в рассрочку, им, соответственно, рассказали про финансовые выгоды инвестиций в рассрочку. Ну, конечно. И, как я понимаю, ты, может, подправишь, то есть были истории. То есть мне недавно одна женщина писала, что она хотела купить квартиру себе, чтобы жить там и для детей, а у нее было там 10 или 12 миллионов рублей, а ей сказали, берите 3 квартиры,
вы заработаете, их три продадите, заработаете кучу денег, там на уровне 130 годовых, тут нужно как бы понимать. И потом вы их продадите и купите себе большую квартиру уже там на вторичном рынке, там дешевле, и будете счастливы. А сейчас он пишет, говорит, у меня и не трех квартир, и не 12 миллионов, и мне негде жить. Виктор, эта история не единична. Это система. Это носило системный характер. У нас было три пути влипнуть в это Г. Прийти самостоятельно в ФСК, покупать квартиру. Вот у меня есть клиентка, которая сама к ним пришла покупать квартиру. Да, в офис продаж. Ей то же самое рассказали. Берите не одну, а две. Прийти к брокеру соответствующему, типа агентства недвижимости, типа Аякса, где у меня человек в Краснодаре, в городе, пришел покупать квартиру себе в городе Краснодаре. А ей сказали, да зачем? Поживите еще годок на съемной, купите две. Вот в Москве офигенно, гарантированно, что имея все. Имея там 2 миллиона. Да, просто. Что, ну не 2 миллиона, там 8 было. Ну, какая знаю, хотел купить однушку она, в Краснодаре, она да? продала свою однушку, дом продала в Краснодаре, хотела купить себе однушку в этом же Краснодаре, да. Пришла в Аякс, ее раскрутили, развели вот на этот типа инвест, и она вложилась в две квартиры, и все. И сейчас, получается, ее последние деньги, ей ну, просто негде жить, она снимает квартиру, ее сейчас сгорят, ну, потенциально может сожрать ФСК и брокер. И при этом еще полезли те люди, которым не давали ипотеку в большинстве Нет, случаев. Абсолютно верно, не давали. То есть банк не дает ипотеку, и банк – это тот условная организация, у которой хреново куча денег, которые могут давать их под выгодные проценты, но они этим людям не дают ипотеку, а вот зато условный застройщик готов. Да, так ты пойми, как лечили-то. Мы у вас, во-первых, существовала программа обратного выкупа, которую они тут же забыли. Я с интернета натаскал, я тебе скину все эти материалы. Был обратный выкуп. Был обратный выкуп. Мы у вас гарантированно, если вы там не найдете клиента по уступке, мы гарантированно у вас выкупим. Возможно, даже возможно с 15% надбавочкой. Это когда они продавали по 550 тысяч квадрат, они еще и на 15% думали, у них цена там скочит резко. Почему-то. Они хотели выкупить с обратным выкупом плюс 15%. От стоимости это квартиры. Обещания были, да. Это обещания. Но в ДДУ нигде были. Это не было. Да нет, ну конечно, в договоре никто же их не читает, я же повторюсь. Да. Их никто не читает, никто никаких гарантий не получил. Ну, всем пункт показывали. Вот есть пункт 10% штраф расторжения. Вдруг инвестиция не удалась, то мы там у вас удержим штраф до 10%, да. Человек что в своей голове слышит? Ну, 5% слышит какой-то штраф, меньше, чем ипотека по процентам, и разойдемся дорогами разными. Да, даже и про штрафы большинству не говорили, ни про какие. Их уверили, что, ребят, вот вы сейчас летом 2021 года покупаете, гарантированно до лета 2022 года у вас все уйдет. Рост, рынок растет, все хорошо. То есть тут, скажем так, инвестор-дольщик, такой же инвестор, такие же риски застройщик несет. Да. Но застройщик защищен государством, договором и частично законом, да. А дольщик, получается, нет. Опять же, вернемся к теме, как застройщик должен был поступить. 2 месяца прошло, не заплатили, на эскроу деньги не появились, расторгай договор. Подавай потом в суд, через суд доказывай свои убытки. Они пошли другим путем, они подали на остаток. Долго. Они незаконным пошли путем? Это такой относительно законный путь. Схема, если значит, если мы посчитаем, почитаем решение судов, первые решения судов были вот на А4, полтора странички, две статьи Гражданского кодекса перечислены, взыскать с Машей Петровой 23 миллиона рублей. Маша Петрова даже в заседании не была, узнала после того, как уже появилось слово у нее «взыскать» с нее. Вот. Неправильно. Либо ты построй, отдай, взыскивай. Да. Либо ты расторгай и взыскивай свои убытки через суд с нее уже. Получай квартиру, выставляйте ее в продажу, потому что квартира – это объект, ну, недвижимость, да, актив, который стоит денег, да. И то есть, окей, он там не 20, значит, может, там 18 стоит, но его можно продать, закрыть какие-то убытки, да, и потом взыскать нужную сумму. Но ФСК пошли просто взыскивать долг за несуществующую квартиру. Ну, по идее, так. А что законодательство говорит на эту тему? Опять же, вернусь к тому, что пока объект не передан, у нас есть право, у них есть право отказаться от договора, вернув деньги и взыскать с них свои издержки. Либо сидеть ждать, пока они не исполнят свои обязательства полностью, ввели дом в эксплуатацию. Вот это
я считаю, хотя бы вот на этом этапе должны были в суд подавать. Тогда действительно так. А в данном случае дольщик сам по себе, по своей инициативе, если нет экстраординарных причин, расторгнуться не может. Это тоже дырочка в законодательстве есть. Да? Угу. Многие же подали иски сами к ФСК о расторжении, ссылаясь на СВО. Суд отвечает, нет, СВО это никакой не повод расторгаться. Ну, на самом деле, я частично с судом согласен, потому что нужно доказать лично, чем ты пострадал в результате того, того, того. Я понимаю, ну, условно, ты работал в компании Mercedes, которая ушла с рынка, ты был такой редкий специалист, что ты сейчас не можешь в России себе найти работу. И вот у тебя есть листочек о сокращении, ты получил деньги, ты стоишь на бирже, у тебя денег нет, ипотеку тебе не дали, вот отказ банка. И ты вот с этим идешь в суд, да, я не мог предвидеть, это все случилось не по моей воле, давайте расторгаться. В этом случае суд должен был бы это принять. Таких нет вот. Историй. Таких историй пока нет. Пока нет, я такие иски тоже не подавал. У меня сейчас есть иски, где инвалид человек стал, вот тут мы будем подаваться, это, кстати, ФСК. Есть, где человека сократили по работе, я тоже травму получила спортивную, это самолет. Вот сейчас пойдет иск к самолету, они что-то не хотят добровольно, даже на наши письма не реагируют никак. Вот. А101 там вроде все нормальные. Там мы пока правим договор и будем пытаться расторгаться, ну, не это, уже после того, как мы отстанем от штрафа 20% из договора, уберем его, там 20% просто, они больше, чем взнос, хотят еще свыше денег. Либо мы с ними мирным путем будем договариваться. Вот, то есть вот такое решение вопроса. То есть у нас путь у застройщика расторгнуть договор самостоятельно, расторгнуть по соглашению сторон, либо ждать, строить объект, терпеть, и потом подавать в суд, когда объект уже достроен. В случае с ФСК произошло четвертый вариант, то есть и деньги не твои, и дом ты не построил, и, скорее всего, никому они вовремя, там, за исключением вот этих единиц, никому они ничего не передадут. Да? Вот. Но в суд пошли. Что, как я это вижу? Это элемент давления. Как только первые иски оказались в суде, как только первые аресты получились, народ что начал делать? Бежать, брать ипотеку на любых условиях, лишь бы вот только от этого избавиться. Да. Ну, процентов 10, наверное, людей, на кого подали иски, они взяли ипотеку. То есть нужно понимать, что если там сейчас по Sydney City их 170, там, да, но в реальности их, наверное, больше. Было там 200-250, потому что я знаю, что многие реально загасили, потому что на них надавили. Да. То есть кто-то увидел суды, тоже загасил, нашел деньги, и кто-то проиграл суд, там первой инстанции в Мещанском, так и же. Пошли, нашли кредиты, там или что-то продали из активов, тоже как бы загасили. То есть, скорее всего, их там чуть не в два раза было больше. Вот смотри, сейчас по архитектору мы на упреждение действуем, те, кто может, но тут нужно отдать должное ФСК, они многим моим клиентам стали согласовывать скидки. Я тебе не рассказал, наверное, я же стал более плотно с ними общаться, офис посещать. Я знаю всех специалистов, кто этими проблемами занимается, и практически всех юристов теперь. Я попытался из конфликта ситуации войти в ситуацию переговоров, чтобы все-таки как-то вин-вин получился. То есть и вы свое там до конца не потеряли, и мы на улице не остались. Вот, идем в переговорах, вот конкретно по архитектору, по объекту, все, по всем, кому я задал запрос, 10% дают скидку. Она, конечно, не от цены ДДУ, которую ранее заключили даже. От остатка по долгу. От остатка по долгу. То есть, например, купили за 30, внесли 5 миллионов, долг 25, ну, и вот говорят, готовы сделать скидка. 22 500. Ну, то есть, условно, в реальности это скидка где-то 10% от суммы ДДУ, наверное. Нет, 10 на остаток долга, это процентов, получается, 8,5. 8, да. Вот. Как клиенты некоторые мои поступают, мы находим, даем объявление там на ЦИАНе, ну, их риэлторы продают, я сам продажами не занимаюсь, мне некогда. Вот. Они дают от себя еще какую-то скидку, клиенты. Вот эта скидка получается по данной застройщика, это оформляется обязательно в виде дополнительного соглашения к договору долевого участия. То есть да, мы это по снижению стоимости. Да, оформляем документально. Вот. Потом уже оформляем через них договор уступки прав. Ну, такая неприятная таблетка к этому всему идет, 350 тысяч за оформление документов, которые просит ФСК. Вот, то есть за допники? За допники, да. То есть, мы вам сделаем скидку 2,5 миллиона, но заплатите нам за это 350 тысяч рублей. Да, на той неделе у меня клиентка по архитектору вынуждена была это платить. Кэшем, наличными надо заплатить. Нет, это не кэшем, это платится вперед, также на счет застройщика по договору оказания услуг.
Ну, я понимаю, но в плане того, что это, ну, перевод это реальных денег. Ну, это да, это да. Реально, нет, это только реальные конечно, деньги. Конечно, да, это не в ипотеку, ни в какую. Это только реальные деньги. И при том, я знаю, что ФСК где-то опростоволосилось, они с каким-то, это не мой был клиент, с каким-то своим клиентом начали это все оформлять, они забыли заключить договор на оказание услуг. Когда уже сделка прошла, они кинулись, ну, а клиент им совершенно справедливо сказал, какой договор теперь, все, ребят, до свидания. И вот они теперь требуют со всех вперед, да, эти деньги. Ну, с этим договором оказания услуг будем разбираться там дальше уже, да, потому что там нужно будет акт приема передачи выполненных работ подписать. ФСК очень... на каждом этапе хочет забрать денег. И ладно, 350, вот мы говорили, 350. Нет, в договоре, смотрю, 365. Я звоню, говорю, а пятнашка-то за что? Ну, это за то, что клиент сюда не приезжает, все делается дистанционно. Опять же, отсыл к началу заключения договоров. Те люди, которые вот у меня, допустим, из других регионов, по ФСК, чтобы ты понимал, клиенты от Камчатки... У меня от Камчатки до Лондона сидят. Я знаю, в Греции кто-то там разный. Да, разные, разные. Вот до Лондона сидят клиенты, то есть кто где. Ну и по всей России, и за границей, и все есть. Там кто в Турции сидит, кто где. Ну, понимаем, да, эту историю. То есть кто-то по работе вынужден был уехать, кто чего. Вот они сидят по вот такой географии. И заключали они договоры все дистанционно практически. То есть те, кто обратились в Краснодаре, Аякс им что сказал? Ребят, на телефончик себе программку это скачайте там какую-то. Скачали. Угу. Вот скинули. Ну, файл, да, там, мы вам скинули ДГДУ. Сегодня только действует скидка. На самом деле цена дороже. Сегодня только действует скидка. Сегодня надо срочно заключить договор. Все быстрее, 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 скорее. Человек там... 40 страниц, не 40, там сколько ДДУшка, ну, страниц 15, страниц, да. Да, 10-15, да, страниц 15, там кое-как они видят цифры, да, вот первоначальный взнос, вот вроде все-все-все нормально, а там дальше-то они не читают. Но уже. Давили, то есть когда мы же снимали же фильм, люди говорили, что давили, давайте быстрее, 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 да, и да, все. Да, 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 прям давили, но это не то, что, знаешь, нам 2-3 человека сказали, да. Это говорит 70% моих клиентов, что не просто так это все было. Кто-то разумно пошел, безусловно, то есть он почитал, ну, немножко не разбираясь в этом инвестировании, взял, сунулся в эту историю. Uh-huh. Да, а вот в основном-то, получается, попали-то у нас бедолаги, которым просто задурили голову, и они деньги отнесли свои, зачастую единственные. То есть профинвесторы тоже там есть, они ко мне также обратились, ну, с ними мы разные ищем выходы. А вот есть люди, просто, ну, простые люди. Вот у них была там, хотели купить квартиру дочке в Москве, ну, какую-нибудь студию у ПК. Uh-huh. Да? Ну вот мы к брокеру обратились, а брокер нам сказал, а что студию ПК, пока дочка ваша еще не учится в Москве, давайте мы тут за полтора года я вам из 7 сделаю 10. Ну то есть ты говорил, что ты нашел какие-то инвестиционные клубы, которые как раз таки рассказывали, то есть если брокер даже не мог условно там дожать эту историю, то он отправлял вот инвест-клуб, этот инвест-клуб там они брали или бесплатно, или 100 тысяч рублей брали, говорили, мы найдем вам самые выгодные варианты, делали какую-то аналитику, давали юристов, которые проверяют договор, и по итогу все равно советовали Сидней-Сити. Вот рассказываю. Да-да. Два крупных, в кавычках, игрока. Такой клуб Маниярд, клуб Маниярд, где также люди вступали за взнос 90-100 тысяч рублей, где им советовали объекты для инвестирования. То есть сначала вот, телеграм-канал читает, вот такая квартира, такая, вот удачные кейсы, вот у меня вот это, вот у меня то, все круто. Ты заплатил 100 тысяч, тебе дают персонального менеджера. И менеджер персональный тебе пишет: Кристина, Полина, отличный есть вариант, объект ФСК, премиум, Сидней-Сити. Сейчас премиалки продавали, да? Да, да. Сейчас вкладываемся. Через год вам там экселевский файлик. Да, я видел, 132 да. или 131 годовых. Да. Там вот такая доходность. И мне наш подписчик прислал, и он очень сильно удивился, что данный проект я не рекомендовал покупать ни для себя, ни для инвестиций. И он прислал мне реальные слайды, которые ему прислал менеджер от застройщика ФСК. И вот ему, например, предлагали квартиру с доходностью 123%. Нужно сделать срочно, по предложению ограничено. Да. И вот у них массово раз, и с этого Маниярда там клиентов 20 зашло.
Отлично. То есть я считал, там средний заработок брокера там от 1 000 000 рублей. 4,5%, если мы возьмем... Ну, 3,5, 4,5. Да, да. Средний цикл, там, средняя стоимость квартиры 25 миллионов, которые продавали. Ну, это ближе, там, 900 миллион, да. Где-то у меня, я считал, там, кто 3-4 квартиры взял, там, несколько миллионов получили. Ну, что бы не сидеть вот так вот, как телеграм-канальчик не вести, ни хрена не делая. Вот, да. Вот так. Второй игрок, это более крупный, это... Люзия или Люзия Игнатаева, по-моему. Uh-huh. Я скину тебе ссылочки на канал, на все. Типа клуб для девочек-инвесторов. Uh-huh. Обучаем инвестированию, сидя на кухне, на диване, там кто-то на Мальдивах. Это не из Якутии, это женщина. Нет, нет, она, по-моему, сама питерская, а все у нее в Москве происходит. В общем, знаешь, очень все банально. Красивая жизнь, фотки в Дубае. Я купила себе вот эту квартиру, я вложилась сюда, каких-то более-менее известных в блогерских кругах там девочек использую, вот я девочке помогла, она купила квартиру здесь, заработала вот столько, и такая же схема, персональный менеджер. Uh-huh. Вот, как только тебе персональный менеджер наподбирал, они там все вложились, оттуда ну, человек 70, наверное. Зашло в Сидней и в другие объекты ФСК. Ну, случайно женщин грамотно инвестировать в недвижимость? Комиссия 70 000 получилась. Вот. А тут она недавно, я тоже на нее подписался. Она, знаешь, как это сейчас в Телеграме вот эти вот кружочки где-то там по горам лазил, показывал. Она показывает, где-то она выходит и говорит, сколько в этом году заработала? Она говорит, 200 миллионов, я успешный инвестор. У тебя оборот компании? Больше 100 миллионов. Вот. На понимаешь. Комиссии от ФСК. Ну, условно и на комиссии, и да, там, и в Дубаях там все дела. Я тебе поскидываю, это все, это очень прямо интересно. Я думаю, ну, знаешь, так, если бы у меня стояла цель, кто-то мне проинвестировал это копать, да, ну, наверное, это она туда же бы отправилась, куда отправилась этот блогерша, которая Блиновская, да, писали. Прям вот один в один. Там вранье на вранье, никакой это не инвест-клуб, это тупо замаскированное агентство недвижимости, да. Черное такое, которое вот под видом несуществующих вот этих инвест-предложений, ну, может быть, что-то там и было в виде инвеста, но вот втюхивало дорогие объекты ФСК. Ну, видимо, на каком-то эксклюзивном договоре или там, я не знаю, как. Да, обычно договор заключили. Вот, потом, может, все. От количество продаж, там доп какая-то премия, ну, идет там и так далее. Суть, да, даже да. Если там эти ну, в общем, средние 4%. В общем, удачно в тему зашла, удачно подобрала аудиторию, а реальная аудитория такая, что у некоторых девушек мужья не знали, чем они там занимаются и куда семейный бюджет деется. Ну, вот реально. То есть, был звонок мне, Роман, у меня муж ничего не знает, мне надо как-то вылезти из ситуации. Я начинаю разговаривать, я говорю, так, со мной без утаек, все как на духу выкладывайте, как было. Угу. Вот. Ну и что, были какие-то деньги лежали, да, муж, ты думаешь, они лежат до сих пор. А они уже не лежат, они уже в ФСК лежат. Mm-hmm. То есть там каких-то квартирах. Решила порадовать мужа. Решила, да, наверное, заработать, подработать. И как там она грамотно обрабатывает? Если муж против, но вы же понимаете, что вы должны быть независимы от мужа, что у вас должна быть своя подушка. Муж сегодня есть, а завтра нет. Там дорогу перешел, кирпич деньги упал. Деньги это ваши, общие, другую нашел, там, и так далее, и так далее. Вот это вот все, я это все это увидел на канале. И я же тоже там на школу ее подписан, мне какие-то рассылки идут. Я влез от аккаунта жены своей, как будто я тоже девочка, я начал разбираться. И, в принципе, на то, чтобы заинтересовать правоохранительные органы, я нашел. Вот, там можно и мошенничество, и еще пару статей туда запихнуть. Но они это инвестиционными рекомендациями занимаются. Мне просто вот мы отошли еще от темы вот про застройщика говорили в офисе продаж, что многие, да, то есть получается, кто-то зашел через инвест-клубы, кто-то зашел типа через агентство а-ля там Аякс, да, кто-то просто в офисе. А когда менеджер в офисе, да, сотрудник по ТК РФ, там, того же ФСК, говорит, и вы заработаете столько денег, он же нарушает закон тоже? Конечно, нарушает. То есть он же не может говорить, он не может давать инвестиционную рекомендацию, и это вообще не инвестиционный фонд какой-то. Так вы поймите, вообще долевое строительство, дольщик у нас, это квартиру приобретает, в принципе, в законе это прописано, для своих собственных нужд. Да. Допустим, если я занимался много неустойкой, когда застройщик просрочка прошла по передаче квартиры, если ты в суде заявишь, что я такой мега-инвестор и купил квартиры инвестировать, то в суде ты получишь неустойку не в двойном размере, как
по закону положено, а в одинарном. То есть у нас дольщик все-таки покупает для собственных нужд квартиры. Да. И есть у меня интересное аудио, тоже тебе пришлю, где разговор телефонный с менеджером ФСК в офисе продаж по Сидней Сити, который уверяет, вот все, что рассказывали брокер, тоже говорит, вы без проблем расторгнетесь. Да. Вы заработаете. То есть вот все в таком ключе. У меня прям есть аудио, женщина догадалась записать разговор. Ксения, я сейчас переговорил по вашему вопросу относительно там негативного сценария развития событий, если вы вообще не смогли оплатить и не вышли на связь. В этом случае вам денежные средства полностью вернутся на счет в размере первоначального взноса, но компания имеет право предъявить вам финансовые требования. А там предъявит она их или не предъявит, вот на эти 10% от первоначального полной стоимости квартиры. Тут уже вопрос. Вы все-таки как-то фиксируете важные моменты в своей жизни, а когда вы отдаете там 1, 2, 3, 10 миллионов, это все-таки важный момент. Большие жизни. Деньги. Это да. Просто на фоне недвижки там кажется, что это что-то небольшим, типа, ну, 10-20 миллионов туда. Это вы просто возьмите и просто в руках снимите, не знаю, миллион рублей, ну, да. Поймете, какая-то офигеть большая сумма в деньгах, а потом еще умножьте это на 10 или 20, вы поймете, что это куча денег, это очень большие деньги, и это там 10-20 зарплат, может быть, годовых. Самое удивительное, что я как раз сижу в ЖК Сидней Сити, на территории ЖК Сидней Сити, на фоне ЖК Freedom, про который мы часто говорили. Так вот, к чему приводит всевозможные программы рассрочек, льготных ипотек, когда вы неправильно ими пользуетесь. Например, готовый ЖК Freedom, когда начинался старт продаж как раз ЖК Сидней Сити, продавался по 10, 11, 12 миллионов рублей и не за студии, а за однокомнатные квартиры. И нормальные инвесторы, которые, например, делали там реинвестицию, продали свою какую-нибудь там однушку, студию, заходили сюда в рыночную ипотеку, она была со ставкой 8-9%, действительно, была такая низкая ставка на рыночную ипотеку, и за это время делали ремонт, он был значительно дешевле, где-то делали за 2,5 миллиона рублей. И по итогу еще 2 года сдавали квартиру, и средний доход за 2 года еще получили 1,5 миллиона рублей. И сейчас спокойно инвестор ЖК Freedom, например, может выйти из квартиры на уровне там 19-20 миллионов рублей. А вот дольщики, которые надеялись, что они сейчас зайдут в какую-нибудь выгодную программу рассрочки, отсрочки от ФСК, покупали без отделки по 22 миллиона рублей тоже в Сидней Сити, и сейчас сидят горюют. Кто-то по факту недополучил прибыль, то есть по факту даже деньги 2 миллиона могли работать там на вкладе, на фондовом счете, там накопление и с разные там варианты. Ну и с другой стороны, люди, соответственно, потрепали себе нервы, потратили деньги на юристов и в некоторых случаях закрывают убытки, правда небольшие, да, где-нибудь продают уже не за 20 миллионов рублей, как купили, а за 18 миллионов рублей. Именно поэтому я всегда говорю, что нужно правильно выбирать недвижимость. Мы здесь как раз на канале про это говорим, поэтому если случайно оказались на канале, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. По сути, прожженные люди-то, которые этим занимаются, ну ты же не купил себе в инвест-портфель 10 квартир Сидней Сити, правильно? Я ни одной не купил, даже когда они были по 11 и 13 миллионов, они стартовали в конце 2021 года, то есть в конце 2020 года, начало 2021, то есть для меня был тоже тот шок, с какими ценами они выходили, то есть ладно, еще кто-то их брал там в льготную ипотеку, а потом, когда ФСК стали массово закупать рекламу у блогеров, то есть они стали, соответственно, приглашать их в офис, они рассказывали про инвестиционную модель на именно рассрочке, то есть именно был очень сильно такой упор. Да нет инвеста там никакого. Они инвест сами сожрали свои накруткой в 7%, весь какой возможен там был. Там никак не получается. А в текущих реалиях, в текущих условиях вообще там нет инвеста. Это знаешь, как вот на рендеры кто повелся, блин, хочу квартиру вот с этим видом в этой локации, все, вот я хочу в этом комплексе повестись на обещание. Я так понимаю, там еще обещание-то и не выполнит половину. Да. Там, наверное, не так все будет внутри хорошо, как они обещали. Ты прям умный человек. Он с нулем идет. Да. Он своими деньгами вообще. А вы говорите, где инвестиционные проекты? Вот инвестиционный проект. Очевидно, этот проект не является проектом под пиджачную квартиру. Этот проект для полноценной жизни в городе. Это общая огромная зона протяжения, которая полностью будет благоустроена посредством городских властей. И она будет начинаться от делового центра, проходя через Шелепихинскую набережную далее. Ну, они же боятся выкладывать фотки, все, что внутри происходит, не пускают. Ну, вот первые приемки были, я тебе скину фотки, где у нас входные группы, там, подперты деревяшечками, там, чтобы ничего не упало, какого вида там почтовые ящики, ну, мелочь, да, какая плитка там лежит, ну, совсем не, даже не бизнес, то есть это вот пиковские варианты, и у Пика и то, наверное, красивше. Ну, то есть там сделана входная группа, это задний двор, получается, не перед, а задний двор. Да. Ну, гололед,
все, эта плитка, на ней просто люди прошибают лбы. Я и то вот ничего в этом не разбираюсь, я с виду вижу, что это не то лежит. Глубокие царапины на стеклопакете. Зазор на стыке импоста оконной рамы. Короткая подрезка уплотнителя контура стеклопакета. Механические повреждения на подоконнике. Отсутствует затирка шва на примыкании напольной плитки к балконному блоку. Уступ решетки отопительного прибора. Повреждение обшивки полотна входной двери. Коротко подрезан дверной наличник. Пустота под напольной плиткой. Скол на стенной плитке. Скол на ребре ванной чаши. Швы там кое-какие. Ну, никакой аккуратности нет. Даже вот люди-то покупали, те, кто себе покупали, они же брали эстетику. Конечно. Они же брали себе, вот у нас тут патио какое-то есть, вот у нас тут это, вот у нас тут то. А получается, что ты заходишь, ну а чем отличается? Вот ты во дворе в пике заходишь, там такая у тебя плитка, и во дворе там ФСК, которые сначала кричали, что они премиум, теперь они бизнес. Ну, я думаю, какой-то бизнес-минус, наверное, надо под это, под группу ввести, что вот так. А что в итоге? Что в итоге получится? Ну, будем, посмотрим, увидим в ближайшее время. Кстати, если дать небольшую обратную связь по двору в Сидней-Сити, то, на мой взгляд, это вообще классический небольшой двор, нету никакого ноу-хау, здесь что-то предлагали какие-то экологичные материалы, красивые фасады, заливали разные сказки, по факту мы получаем классический дом бизнес-класса. Бизнес-класс это? Да, бизнес-класс. Если у него косяки есть, если в нем классный двор, нету. То есть в моем понимании, вот, например, рядом даже Джой сейчас будет строить ЭТМР, там будет реально классный двор. Донстрой там в Острове или в Символе тоже делают свои классные дворы. Да, они тоже продают очень дорого, но они не впаривают по всевозможным программам там рассрочек, отсрочек, и по итогу дают довольно хороший качественный продукт. Здесь я ничего такого крутого, особенно когда предлагали за однушки 25 тысяч долларов с отделкой, за однушки, да. И кто-то скажет, что я видел однушки по 17 миллионов, так они 35 метров были, ребята. Это все-таки не однушки, это каморки, особенно в бизнес-классе. Поэтому ФСК вам очередной минус за такой неудачный проект. Я все-таки не думаю, что они куда-то упадут. Хотя, знаешь, как Сбербанк, у них там инвестор, главный кредитор. У Сбербанка, насколько я понял, создана уже вся структура. Они сами могут быть застройщиками и так далее. Но так они далее. Уже есть же. Они же строят Сберсити. Они строят, да, свой, да, 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 они строят Сберсити. Так я думаю, что ну, даже те миллиарды, которые там 40 миллиардов, по-моему, они дали кредит, ну, для Сбера это пшик. Они их сожрут и не подавятся, если что. Ну, вообще, если как бы рассуждать логически, то единственный застройщик в 2023 году, который стал давать скидки и продавать дешевле, чем продавал условно в начале года, это ФСК, ну и второй ЛСР, то есть те ребята, про которые мы часто как говорим, то есть очень высокие цены были, все тоже там рассрочки, отсрочки, низкое качество строительства, и они пошли вниз, потому что Сбер им повысил кредит по проектному финансированию, если застройщик не может наполнить эскроу-счет, а у них еще отток пошел частично, то есть как бы это есть простые смертные, которым не расторгают, а есть все равно огромное количество людей, которым расторгли договора, да, я уверен, что из ФСК ребята смотрят это видео, они понимают, о чем мы говорим, но мы не будем сюда погружаться. И получается, им повысили проектное финансирование, то есть почему застройщику нужно как поддерживать продажи, и почему они не готовы идти там в расторжение. И плюс у них ценник космический, никто ничего не покупает, да, то есть даже мы смотрели, что у них в мае были очень низкие, там, типа 2-3 квартиры, ну, или там 10 квартир продано, там, для огромного проекта 10 квартир в месяц, это вообще ни о чем, да. И получается, что у них пошли цены вниз, да, по проекту, и еще хуже стало для инвесторов. Ну, а теперь представляешь, что будет 31 августа. 31 августа те, кто купили квартиры, ключи не получают. Из 30-миллионной квартиры неустойка пошла. Сразу да, в обратную да. сторону. Далее приемка квартир, когда пойдет с отделкой в айсбокс, прибегут приемщики всех мастей, прибегут юристы, все там уже как хищники на это ФСК смотрят, когда его будут рвать. Да. У них денег на эскроу там не хватает, да, с клиентами непонятно, то есть люди эскроу заполнить не могут. Угу. Вот я не знаю, может ли, я же не знаю, сколько там денег у господ владельцев ФСК, да, могут ли они пойти ко дну в связи с этой вот ошибкой, они же сами себе вырыли яму, да, то есть сделайте... Но у них группа компаний, у них есть еще другие доходы от других как бы бизнесов и направлений, поэтому я думаю, что справятся, потому что все-таки это, ну они же продавали не по 300 тысяч за метр, а по 500-550 за метр, да. И к чему придем? К удешевлению
материалов. Конечно. К просрочке передачи и к, возможно, каким-то финансовым проблемам. Помнишь, группа у нас была, Баркли, застройщик такой, да, элитка? Да. Вот они строили Медовую долину. Первая очередь более-менее нормально, да. Я даже тебе сознаюсь, у меня там есть квартира, да, угу. Хорошая, ничего не скажу. Вторая очередь, удешевление произошло, то есть вместо клинкерного кирпича плиточка под кирпич. Да, да. А третья очередь... Там эконом-экономич. Это эконом-минус, там вместо уже плитки, кирпича и так далее, там штукатурка, блоки другие, и людям сейчас квартиры передают без отделки, хотя под ИДУ отделка. Сейчас ФНС подала иск о банкротстве, им 8,5 миллионов долг, посмотрим, будут банкротиться или нет, я просто очень много там занимаюсь. 8,5 миллиардов. Нет, миллионов. У них нет 8,5 миллионов сейчас заплатить ФНС денег. Деньги. Ужас какой. Вот. Я держатель их долга, наверное, миллионов на 300. Как юрист? Как представитель еще более там количества людей. Вот. Но там схема на схеме, это требует отдельного... Роман отдельной... «Гроза застройщиков». Ну, не «Гроза», слушай, это требует отдельного ролика. Тут это если рассказывать, да, как, запутаем, там, да, как там все уходило. Просто как пример, да, до чего скатились. Вот. Я не думаю, что те же самые причины были там, что у Баркли, то и у ФСК, да, но у ФСК они просто перемудрили, я считаю, вот с этой вот рассрочкой. Ну, продавайте вы, как обычно, сделайте вы приемлемую цену. Вот все-таки правительство, еще раз повторюсь, и президент, они же, наверное, хотели понижением ставок и так далее, чтобы людям могли быть доступны квартиры. Да. Да. Чтобы они покупали, застройщики жили, всем хорошо. Ну, что сделали? Давайте, вот мы там сейчас кредиты даем, цену задерем, все равно берут, еще в уши насрем, и все. И вот они напродавали в 2021 году, видел, да, там по графику они, да, выше всех Сидней шел. Да, сейчас по 3 квартиры, там по 10 даже продают. Ну и чего теперь? ФСК лидер по переуступкам. Куда все идет сейчас? Потому что, получается, были суды, Мещанский суд. Они все были проиграны. Ну, условно, застройщик выиграл. Условно, почти все. Ну, потом смотри. Пошла апелляция. Да. Апелляция тоже проиграна была по первым. Там. И сейчас ты пошел в кассацию. Вот можно здесь подробнее? Рассказываю, да, изначально. Первые дела, которые они иски подали, быстро прошли, моментально. Я там не участвовал, я уже людей подхватил, кого на этапе апелляции, кого даже еще позже на кассацию. Вот у нас сейчас было дело. Были, прям быстро подхватил, все, быстрее решение, все выносят. Судьи все отклоняли мои ходатайства, не переносили. Сейчас ситуация обратная. Мне сейчас в первой инстанции старые дела переносятся с апреля месяца, поехали вон на сентябрь уже, я тяну. Да? Угу. Апелляционные жалобы по проигранным делам в Мосгорсуд не поступают. То есть они их держат у себя дела. Угу. Вот. В Мосгорсуде рассмотрено, ну, дел 5, наверное. Из них одно было мое. Я его проиграл, скажем так. Ну, нас там никто не слушал. Это своя уже специфика. Слушай, подробности сдаваться не будем. Тут же я его подал в кассацию. Да. Ты пошел в кассацию, да, сейчас. Да. Как только дело дошло до кассации, первое заседание, состав нам говорит, не явилось ФСК. Давайте отложимся, мы как раз в деле разберемся. Второе заседание назначили, ФСК явилось. А они первым ходатайством что говорят? Уважаемый суд, просим заседание отложить, мы готовы на мировое урегулирование спора. У нас клиентка просила скидку, угу, и помочь с ипотекой. Мы готовы эти условия выполнить, и все. Ну, я встал, сказал, да, я не возражаю, потому что воля клиентки моей была такая. Да, что то хоть... есть ФСК боится проигранного суда по кассации? Они все боятся. Получается, Мещанка побаивается. Судья. Судьи, да. Судьи, там несколько, а вот сегодня, да, где я был в апелляции, они также отложились. То есть вы просто, ну, беспричинно отложились, условно говоря, все данные есть, я обжаловал решение суда, да, то есть там нужно было просто дело поковырять и вынести решение. Хотя это тот же состав, где я свое первое дело у них проиграл, меня никто не слушал, там 30 секунд они в совещательной комнате были. То есть, да, условно, для зрителей, то есть ты сначала был там, условно, полгода назад там. В мае. В мае ты был, и тебя на апелляции не слушали. Штампанули решение, быстренько. Все, быстренько. Это же решение я быстренько отвез дело в кассацию, то есть сделал, чтобы оно быстро туда попало. Ну, быстро и относительно, у нас определение апелляционной инстанции отписывалось там 2 месяца, вот. Как только дело вернулось в Мещанку, его тут же переправили в кассационную инстанцию, вот. И кассационная инстанция вот на первом заседании перенеслись, второе заседание пришел от застройщик, они тут же заявили мировое, я не возражал, давайте договариваться. Ну, я говорю, я не люблю вот это всего, то есть я же тоже не уверен, там, как суд какую сторону примет. Но один мой знакомый судья, почитав все мои материалы, сказал... Тебе дорога в Верховный суд.
тебе? Ну да, вот похлопал по плечу, сказал, Ром, Верховный суд. То есть тут позиция, допустим, правительства Москвы, суд ее учитывает, ну, застройщиков там особо не обижать, да, даже мы смотрим, когда мы на неустойку подаем, половина неустойки режется. Да, да, то есть ты претендуешь на 1 000 000 рублей за просрочку, тебе дают 500, плюс какой-то там штрафик, ну, там 600-700 в итоге получается. Опять же, от судьи к судье зависит, там у каждого своя позиция, но полностью тебе неустойку не взыщет практически никто, только совсем вопиющий случай, когда застройщик не является и не заявляет определенные ходатайства. Вот так у меня 101 много раз попадало, они что-то про меня забывали, и мы взыскивали в суде в Черемушкинском. А так вот придешь, застройщик не явился, откладываемся. Возражений нет. А там возражение простое. Там можно им 2 предложения написать. Прошу снизить неустойку согласно статье 333 ГК РФ. Даже можно ничего не расписывать, условно говоря. И все это удовлетворялось. Ну, вот. А тут получается, да. То есть, боятся. То есть они думают, как сложится практика. А ФСК, в свою очередь, тоже не зная, как она сложится, они решили все-таки пойти, давайте договариваться. Ну, я не против, давайте договариваться. Но у меня есть люди, вот следующая касация по другому делу. Там человек просто хочет вернуть всю сумму. Вот это та, которая в Краснодаре попала, продав свое имущество и хотела купить себе квартиру. Но всю сумму все равно нельзя вернуть, ну, как мне кажется. То есть в большинстве случаев все-таки вопрос договоренностей. Ну, либо надеяться, что рынок недвижимости вырастет. Вопрос, опять же, говорю, вопрос договоренности, то есть какую-то там мы готовы претерпеть потерю, да? Но это у меня клиентка как раз по третьему корпусу Сиднея, он не сдан, и квартира 31-го сдана, передана не будет, вот, сам корпус не сдан, сколько им еще нужно будет на отделку, там, на то, на все потратить, у нас 2 месяца, чтобы мы пошли просто вот со своим договором ДДУ, написали заявление в Росреестр, сказали, нам квартира не передана, и по 214 ФЗ просим договор расторгнуть в связи с просрочкой в 2 месяца, и они расторгнутся сами по себе, и человек потом идет, со скроу забирает деньги, и уже вот они вот этого боятся, что сейчас они не сдадут квартиры, люди просто пойдут с бумажками и заберут деньги свои. То есть, по факту, можно вообще не судиться сейчас с ФСК. Ждать. Он застройщик, ждать. То есть ты застройщика мне подписываешь допник, потому что часто, когда застройщик нарушает сроки, он приходит с требованием подписать допник. Они даже не присылали допник, потому что по закону они должны сначала всем разослать за 2 месяца до планируемого переноса срока передачи эти допники. Да. Их никто не рассылал, они были уверены, что они все сдадут, все передадут. Они сейчас по телефону тебе расскажут, что мы тебе 31 квартиру дадим. Ты не думаешь, что они 31 августа всем смс-ки и письма разошлют, что приезжайте, ваша квартира готова? Легко. А потом будут записывать через 2 месяца. Да, да, это есть... Инград так делает. Да, они некоторым уже по второму этому послали. Так тут, ну, тут тоже рецепт. То есть они сейчас будут делать какие-то схемы, но мы добавим это видео, то есть поймем, что в действительности произошло. Да, тут... Потому что они, скорее всего, ну, понимают, люди пойдут расторгать договора, им это невыгодно. Они скажут, подождите, уважаемый суд, как бы, или там, кто там, банк, застройщик, этот эскроу держит. Мы как бы выполняем, мы пригласили, у нас дом большой, там 1000 квартир. Вот мы записали человека на там 30... Ну да, они уведомление покажут. Да. Тут рецепт простой, то есть я по своим клиентам сразу вот по Сиднею отправлю заявление о готовности принять квартиру. Опять же, казус существует. Передаем только в случае полной оплаты. Тоже тоже с этим разобраться придется. То есть вы либо передаете, либо раз не оплачено, не передаете, а что не расторгаете? Ну, правильно понимаю, что ты сейчас ждешь, во-первых, 1 сентября, да. Вот, и ждешь решения по кассации по первому делу, которое отложили. Потому что если, ну, грубо говоря, если кассацию ФСК проиграет, то получается все дела, которые были до этого, в целом будут пересмотрены. Да, они должны разрушиться, но это не это, смотри, вот это решение, даже вот если они отменят это определение, все предыдущие решения судов, оно нас от долга не избавляет. Оно избавляет именно от ошибки, когда долг взыскивали раньше, чем положено. Ну, и наложение штрафа. Вот. Да. И тут сразу мы понимаем, а к чему все это было? А к тому, что они заранее знали, что они вовремя ничего не сдадут. Они заранее понимали, что придется расторгаться еще и с потерей с их стороны, а ты когда расторгаешься из-за непередачи квартиры, проценты, вот ты эскроу раскрыли, да, но квартиру ты не передал. Вот мы считаем, что вот раз по второму, по первому корпусу там эскроу раскрыты в конце июня, в конце июля, да, вот с этого момента в случае непередачи квартиры мы имеем право на неустойку за пользование деньгами. Соответственно, 1 ноября мы расторгаем договор и потом подаем иск за проценты за пользование деньгами. Да, все верно. Вот.
Ну, всем привет. Отменили решение Мещанки сегодня по судье Городилову и апелляционного определения Мосгорсуда. Значит, были ФСК, был я. Текст определения, наверное, в течение какого-то времени изготовят, нам отправят. Я его опубликую, посмотрим, по какой причине отменили. Моя позиция, в принципе, была понятна и неизменна, там, от апелляции до кассации, все то же самое. На что обратил внимание суд, я пока сказать не могу. То есть, но это важно, что решения такие городиловские всякие отменяются. Роман, сейчас получается 25 сентября. Какой апдейт? То есть мы как раз сидим на фоне замечательных корпусов премиум или бизнеса или комфорта, не пойми чего, Сидней-Сити. Какая сейчас ситуация? Передают ли людям ключи? И что сейчас происходит с судами? Ну, давай сразу по судам скажу. Значит, два решения в кассации нам удалось отменить. Угу. Вот, дела отправили на новое рассмотрение. Это по поводу компании ФСК. По поводу А101 мы смогли изменить ДДУ, убрать все штрафные пункты этого ДДУ и согласие на уступку от застройщика. То есть можно делать уступку даже с переводом долга без согласия от застройщика. Эти пункты из ДДУ убраны, и платить за это де юре уже не нужно. То есть если любой застройщик требует от вас деньги за уступку, и деньги находятся на эскроу-счете, то можно слать их куда подальше. То есть можно легко отсудить этот пункт без проблем. Да. Ты сказал, что получается ФСК, по ФСК выиграли пару судов кассации. Значит ли это, что там 200-300 дольщиков, которые сейчас находятся в судебных процессах, имеют шанс на выигрыш? Это значит то, что застройщик, изначально подавая иски, был неправ. Они должны были просто расторгнуть договор и с клиентами расстаться со своими. И сейчас вышестоящий суд на это указал. Вот, соответственно, вот эти все иски будут пересмотрены и в пользу дольщиков. Так как они по ДДУ квартиру без оплаты передать не могут, вот. Но и деньги люди не платят. То есть единственный выход у застройщика через 2 месяца после начала просрочки платежей это было расторгнуть договор о долевого участия. Ну смотри, по факту же застройщик выполнил обязательства, то есть они до 31 августа передали квартиры или не совсем? Передали. Вот дом наш, вот дом, ага. 31 августа только получили разрешение на ввод. Здесь принято несколько квартир из всего дома. Соответственно, это до, наверное, 5-6 этажа. Все остальное, вот мы видим, оно стоит без окон. Оно, скажем так, внутри швах. Угу. Работает всего один лифт. Места общего пользования на этажах, они, грубо говоря, вот сейчас только отделываются. Я был на -1, -2 этаже. -1 этаж завален стройматериалами для отделки. -2 этаж готов. Вот. Поэтому вот сюда нельзя прийти, получить квартиру и сразу жить. То есть, если у вас квартира с отделкой, то и нельзя здесь жить. То есть, ну, в любом случае это не получится. Смотри, ты же принимал квартиру, да, с отделкой. Расскажи про впечатление. Ну, подожди, она была готовая. Заселяйся и живи. Все, как обещали в рекламе. Это первый корпус. Строительный номер 1. Вот тот. Значит, по-моему, это 2-й или 3-й этаж. Действительно, квартира с мелкими недочетами. Там были проблемы небольшие с электричеством, там по окошкам все окна под замену. В принципе, жить можно, но ты будешь жить фактически на стройке. Здесь сейчас нет никакой инфраструктуры вообще. Да, то есть квартиры они приглашают на прием до 8 этажа, все остальные там до 24, по-моему, этажа. Да, было на 2 этаже вообще квартира. Я был на 2 этаже, да, то есть ничего не сдано. И, как повторюсь, мы спустились вниз, там работает один лифт, и весь этот лифт занят только тем, что поднимают стройматериалы наверх. Лестница, и точно она не бизнес-класс. То есть можно реально навернуться. Лестница с паркинга, она, видимо, и дальше идет по этажам. То есть пользоваться комплексом нельзя. Ну, грубо говоря, вот если вы вот эту квартиру приняли, ее с определенной целью приняли, ну, будет, если даже кто-то жить, вот он будет один здесь находиться. Uh-huh. И куча строителей вокруг, и охранников. Все, то есть он комплекс не готов. Но в таком состоянии, вот как вот все обстоит, ты еще вниз хочешь пойти? То есть, ну, реально идет стройка, то хату можно принимать вообще, сказать, ребят,
Вот когда комплекс полностью будет готов, вот тогда мы придем, чтобы я мог сразу и стоянкой пользоваться, и кладовкой. 3 месяца. 3 месяца как минимум. Получается, что минус 2 готов, а минус 1 не готов. В этом доме, допустим, нам отказались включать воду. Мы попросили, чтобы проверить, действительно ли ввод воды есть, не включили. Электричество не включили. В том доме электричество включили, сразу взорвался звонок, замкнули там розетки. Мы нажали на звонок, я просто прикол сказала, нажмите, позвоните, да, Ром, вообще. Трешак, и он как взорвался, бах. Я видел это. О, как палец обошло, да? То есть есть недочеты, которые, в принципе, для... Нормально скоро уроку сделали, да? Торопится, очень торопится. Они очень поторопились. На самом деле, вот нормальный размеренный благоустройство и стройки еще бы 3-4, ну, может быть, полгода максимум. Вот полгода. Отвода в эксплуатацию. Отвода нормально в эксплуатацию полгода. Нормально бы вы сдали, чтобы здесь уже жили люди. По итогу, то вся проблема заключается в том, что люди не читают договора, не обращаются к юристам. И вот эта вот история, ну, просто у нас такая же, мы подбираем недвижимость, да, там выбираем лучших застройщиков, ФСК мы, ну, принципиально не продаем. Ну, то есть я уже там пару лет назад как бы говорил, что не нужно идти в эту историю. Мы покупаем ФСК переуступки, бывает, сейчас вот эти вот с долгами. Ну, если интересно, выгодно, ты нет. занимаешься инвестициями, почему конечно, нет? Я да, не вижу или, ничего или такого. Человек хочет, например, найти квартиру там, условно, со сроками сдачи 23-24 год в ближайшее время, и он там в кэш смотрит, а часто очень выгодные варианты, потому что вот я даже на стриме там вчера показывал, что у архитектора ценник такой же, как у ЛСР на Обручева 30, но ЛСР Обручева 30 27-й год сдача, да, а у архитектора там в следующем года. Году, ну, условно, там, да, через год сдача, да. Ну, мы про переуступка как бы говорим, но наши клиенты, которые к нам приходят в подбор, мы анализируем и говорим, так, нам нужно пойти в сопровождение, там, подключить юристов, проверить договор, мне ничего не надо, я все сам знаю, то есть спасибо за подбор, дальше мы говорим, ну, пожалуйста, это ваш, как сказать, осознанный выбор, да, вы сами уже подписываете договор и берете на себя все эти риски. Вот смотри, что я бы посоветовал. Да. Вот вы занимаетесь подбором, да, а клиент все равно, ему нужно объяснить, что вот договор, он меняться не будет, ты слабая сторона сделки, ты по-любому подписываешь эту ДДУшку. Как есть, да. Что можно сделать? Можно сразу, так как мы повлиять не можем на пункты ДДУ, ну, хотя бы в переписке с менеджером попросить, а можно ли убрать вот эти пункты, они мне не нравятся, вам откажут, да, зафиксировали отказ. Заключили ДДУ, сразу направили письмо, что прошу исключить такие-то пункты, такие-то, они нарушают мои права. Но это должен юрист составлять. Да. Вот. Тут же копию этого письма и заявления в Москомстроинвест. Они, они надзирают за правильностью. Москомстроинвест тоже, он скажет, да не-не-не, это свобода договора там, и так далее, и так далее. Как только вот два ответа получили или не получили, ниоткуда срок выждали, вот можно идти в суд и свой договор ДДУ приводить к состоянию, которое вас устроит. Допустим, договор самолета, там особо нечего править. Договор А101, там полдоговора можно уничтожать. То же самое касается и некоторых вещей в договорах с ФСК. Просто почитали, Инград. Посмотрели. Инград вообще вроде нет пункта расторжения договора, то есть нельзя. Ну, значит, мы регулируемся законодательством. Вот, то есть нужно читать конкретно, смотреть. А есть закон защиты прав потребителей? Ну, закон защиты прав потребителей, он ограниченно применяется к 214 ФЗ, к этим правоотношениям, но применяется. Конечно. В том числе там и при неустойках, штрафах, к качеству отделки и так далее, и так далее. Вот это важно. Вот подсудность, опять же, вот этим все грешат. Они хотят себе удобства, но почему, если я из Иркутска купил квартиру, вы хотите судиться со мной в Мещанке, да? А я вынужден вот эти расходы нести. То есть я... Летать, все остальное. Я слабая, да, я слабая сторона договора, вот так. Поэтому закон и предусмотрел, чтобы слабая сторона имела чуть побольше прав, чем другая сторона. Все-таки это у нас история в стране такая, да, то есть я богач, там, все, делаю, что хочу, но государство подрегулировало эту историю, чтобы было по-другому. То же самое касается уступки прав. Всякое может в жизни складываться, даже если ты не инвестор. Да. Но вот ты решил продать квартиру, ну, ты ее полностью оплатил. В законе написано, что без согласования с застройщиком это происходит. А приходишь в А101, 200 тысяч, мы типа сами все сделаем. Нам очень важна личность того, кому вы там продаете. В законе об этом не сказано ни слова. Ну, не поленились при заключении договора сразу после. Отправили письмо.
попросили юриста, ну, чтобы проверил, стоит, ну, копейки, там, 5-10 тысяч, там, смотри, сколько берет. Ну, вот, тем более, если это мои клиенты, я так проверяю всегда, да, то есть, если мы с ними уже там много каких-то объектов прослуживали, то есть, многие же люди обращаются там второй, третий раз, то есть, я тебе так скажу, у меня нет ни сайта, ни ничего вообще. То есть, это... сарафан, только сарафан работает. Для хорошего юриста так и должно быть. Несколько групп, мне некогда это администрировать. Я тебе позавидовал, кстати, белой завистью, что у тебя так все хорошо организовано, все, чик, кнопочку нажал, все, оплатил, все нормально. Вот мне до этого надо как-то собраться силой духа и на это потратить время, для людей сделать удобство, там, не для себя. Ну, вот. Поэтому вот, я говорю, взяли юриста, да, посмотрел, пробежался. Ну, тот, кто компетентен, естественно, в этом законе. Не какого-то модного, разнеможного адвоката, они мне звонят в итоге. Вот. А посмотрел, сказал, вот это нарушает ваши права, в случае таком-то вот это вот будет вот здесь неприятность, тут вот здесь неприятность. Хотите исправим, хотите нет. То есть, на самом деле, эти дела дорого не стоят. Это тоже такая же защита прав потребителей и приведение договора в соответствии с 214 ФЗ, чтобы не нарушались права людей. Вот и все. Вот они сейчас должны были бы в суд подать, когда раскрылся эскроу, когда действительно на эскроу денег нет. Да. Вот я с этим, ну, в принципе, согласен. То есть не выполнил обязательства? Не выполнил, да. Пока счет эскроу у человека, он принадлежит дольщику. Мы с тобой это обсуждали, что пока мы для них кредиторы, а не они для нас, пока деньги на счете эскроу находятся. И неважно, полностью ты их внес или не полностью, да, есть пункты в договоре, но это обман. Это вот обман, это подмена собой банка, который действительно дает рассрочку, там ты уже деньгами пользуешься, они где-то лежат, а не как вот сам застройщик решил, деньги не его, деньги по идее ничьи, но вот ты должен уже их туда внести. Вот. И при том, при условии тех продаж, которые были, ну, получился вот такая вот махинация. Что сейчас нужно делать дольщикам, которые попали в тяжелую ситуацию? То есть, получается, у них денег нету заплатить ФСК, у них нет денег, не знаю, там, на ремонт, или они не могут выйти за те деньги, за которые зашли. Что им сейчас ты порекомендуешь делать? Ну, первое, руки не опускать. На этом ничего у вас не заканчивается. Во-первых, если на вас подали в суд, обратиться к юристам и в той части себя защищать по максимуму оттяги. Второе, застройщик дает скидки, обратиться за скидкой к застройщику, получить скидку, оформить дополнительное соглашение на изменение цены и выставлять квартиру на уступку. Спрос небольшой на этот объект, но есть. Люди покупают, активно ищут. Возможно, если вы зашли с инвестором, ну, как инвесторы, тогда учтите, что что-то вы можете потерять. Не надо терять все, но что-то где-то можно скинуть, да, немножко, ну, из этого проекта выйти. Кто может оформить ипотеку, есть смысл оформлять ипотеку и квартиру забирать. Тут еще есть небольшой лайфхак. Я думаю, что вот эта вся вот вышка, она не сдастся в течение 2 месяца. Через 2 месяца вы после того, как пошла просрочка по ДДУ, вы имеете право в одностороннем порядке ДДУ расторгнуть. Но подожди, сейчас застройщик говорит, я же вам выслал вам смс-ку 31 августа, приходите получать ключи. По факту записаться нельзя, там записываю тебя на октябрь-ноябрь сейчас. То есть подать же за просрочку не получится. Получится подать за просрочку. На это письмо или смс нужно им направить ответное письмо, где написать, что здравствуйте, я готов принять квартиру в любое время. Не могу дозвониться до офиса, меня не приглашают на приемку. Говорят, что пока еще только нижние этажи сдают. Но я вот выражаю свое согласие, желание, возможность прийти принять квартиру. Вот. И это будет являться уведомлением застройщика о том, что вы готовы были принять, и вам уже ее не передали в срок. Не раз это в суде проходили, застройщики раньше тоже так хитрили, всем рассылали, но суд эти доводы не принимает. А, допустим, прийти в Росреестр через 2 месяца, вам нужно просто написать заявление, принести копию того, что заявление о расторжении вы также копию направили застройщику, подать документы. У вас Росреестр их принимает, расторгает ваш договор, вы приходите... уже то, что договор расторгнут, пишите письмо застройщику, договор расторгнут, вот выписка, прошу вернуть свои деньги. Если они их не возвращают, также через суд их возвращаем. Нет проблем, там будут большие штрафные санкции и проценты. Друзья, надеюсь, вам понравился данный экспериментальный формат, потому что я считаю, что если вы хотите инвестировать в недвижимость, то вам нужно разбираться не только в аналитике, но и быть немножко юристом. В любом случае, на все сделки, на ДДУ, если вы покупаете от застройщика, переуступки обязательно и максимально обязательно ДКП, вы всегда должны брать юриста,
а не агента по недвижимости. Потому что задача агента по недвижимости, либо брокера, как сейчас модно называть, он все-таки больше про аналитику, про выбор объекта. Юридической составляющей должен заниматься юрист. Очень надеюсь, что вам понравился выпуск, и вы дадите свою обратную связь, потому что я для себя узнал очень много новой и интересной информации. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте вашу обратную связь, и, как всегда, инвестируйте в недвижимость с умом, ну и проверяйте договора, в том числе ДДУ. Всем спасибо, пока!